Давайте недружественным странам, если они здесь. А, недружественным. А пусть они обозначат себя как недружественные. Кто недружественный? Поднимите руку. Недружественные страны. Недружественные. Ну вот, японские средства массовой информации, да. А вот... Добрый день, уважаемые коллеги. Японское информационное агентство Didi Press. Георгиан Мэри. Сергей Викторович, скажите, пожалуйста, вы многократно упоминали Японию в свете ее милитаризации. Скажите, пожалуйста, как наращивание военного потенциала влияет на взаимодействие России и Японии? Если вообще можно сейчас говорить о существовании каналов взаимодействия и сотрудничества России и Японии. Также в ноябре пост российского посла в Японии покинул Михаил Юрьевич Галузин. Скажите, пожалуйста, готовится ли замена? И если позволите, как армянка не могу пройти мимо проблемы вокруг Лачинского коридора, скажите, пожалуйста, на каком этапе находится регулирование данного вопроса? Спасибо. Ну, я думаю, для Японии самый главный третий вопрос, конечно. Ну, на самом деле, признаться честно, по большей части у меня работа сконцентрирована все-таки на российско-японские отношения. Но поскольку я в этой сфере, то и тем более еще армянка, то у меня внимание всегда приковано к теме армяно-азербайджанских отношений. Ну, смотрите, то есть, получается, мы работаем, мы передаем все новости, которые касаются России и бывших стран Советского Союза. Соответственно, наши читатели, так или иначе, которые интересуются российскими отношениями, да, они так или иначе тоже осведомлены о том, что происходит в близлежащих странах тоже. Как-то вот я следила, в последнее время, если честно, не было никаких новостей по коридору, никаких изменений не наблюдалось. Я встретила, да, пару коллег в зале, я думала, что все-таки им удастся как-то спросить про это, но вот шанс не выпал, поэтому я решила воспользоваться, так сказать, и за Японию, и за Армению. Я в своей голове очень долго прокручивала, когда была в зале, стоит ли мне рискнуть, задать вопрос или нет, но, зная позицию моего руководителя, то, что насколько важны для меня все-таки вопросы касаемо Армении, я решила, что все-таки я это сделаю, потому что он, если вы могли заметить, он тоже был удивлен, но затем на лице было изображено понимание, что как бы эта тема неотделима от меня.